ненавижу перелеты. Очереди, толпы людей. Часто летаете? Всю жизнь. Некто угрожает, что каждые 20 минут будет убивать пассажиров, если на указанный счет не будет переведено 150 миллионов долларов. Мы над Атлантикой. Как можно незаметно убить кого-то в салоне? Агент Маркс, указанный номер счета открыт на ваше имя. Что? Агент Маркс, ваш борт на прицеле у наших истребителей, как слышите? У нас не осталось времени, вы слышите меня? Не пропусти. Воздушный маршал. Я не захватывал самолет. В субботу. Я пытаюсь его спасти. Только на «Беларусь-2».